Химки готовят к празднованию Дня защиты детей. 1 июня во всех парках городского округа пройдут массовые мероприятия. Детали обсудили на общегородском совещании с главой Химок Дмитрием Волошиным. В этот день для посетителей организуют концерты, детские шоу, мультсеансы под открытым небом и фотозоны. Будут работать ходулисты и аниматоры. Центральной площадкой станет парк имени Льва Толстого. Я вам поручаю организовать концерт, поставить сцену, пригласить в обязательном порядке детскую песню творческую, чтобы у нас прошел масштабный концерт для детей вечером. Это первое. Второе. Салют будет у нас? Поручаю, чтобы был салют. Аттракционы во всех парках 1 июня будут работать бесплатно. Такое распоряжение дал глава городского округа. В парке имени Льва Толстого в 16 часов пройдет парад колясок, в котором примут участие около 100 активных мам с оригинально украшенными транспортными средствами. С 10 утра на стадионе «Родина» стартует международный турнир по футболу среди детских команд. Битва будет за Кубок флагов мира. Участниками турнира станут 18 сборных команд со всех континентов. Thank you.